Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Так вы ближе к делу, Евгений. И, короче, он пошел, жду, а его нет. Слышу, кричит. Что он кричал? Помогите, спасите. А потом опять помогите. И я бежал за забор, а там никого нет. Вот тут он был. Я тогда сразу позвонил родителям Макса. А они вам, да? А не нам. Я вообще думаю, что маньяк украл. Я смотрю детективы, и там постоянно маньяки кого-то крадут. Так, детектив Евгений, вы можете быть свободны. Благодарю вас за содействие. Что ты думаешь? Вы действительно мог украсть маньяк. Присаживайся. Что у тебя? Собрал данные на пропавшего мальчика. Максим Троицкий, 4-го года рождения. Ходит в 32-ю школу, учится хорошо, занимается боксом. Отец Троицкий, Сергей Васильевич, бизнесмен. Погоди, это Троицкие заправки, это его? Да. Мать Ольга Троицкая умерла 3 года назад, а сейчас Сергей состоит в гражданском браке с Натальей Нагорной. Кабире опросил соседей, они сказали, что Максим и Наталья не ладят. Ну ладно, личную версию я пока что упущу. Это только в сказках злые мачехи своих пасынков травят. А вот бензиновый бизнес папеньки мог быть хорошим мотивом для того, чтобы потребовать выкуп. Но похитители своих требований еще не озвучили. Но это не страшно. Если, так сказать, мы не ошибаемся, то похитители, скорее всего, хотят помариновать Троицкого. Хуже, если мы не правы, и мальчишка попал в руки какого-то маньяка. Это бред, слышите? Да, я много кому как бельмо в глазу. Но чтобы украсть моего сына, это слишком. У меня нет таких врагов. Хорошо, может быть, он у друзей или родственников, подумайте. Да уже всех обзвонили по 100 раз. Его нигде нет. Наташ! Что? Где моя бутылка? Я не знаю. Знаешь! Не ори на меня! Заткнись! Это не поможет найти вашего сына. Подумайте еще раз. Кто мог похитить вашего сына? Никто. Они все боятся. Знают, что меня только убить можно. А если умру, то из могилы сукиных детей достану.
Но если так, они нашли. Нашли, сволочи, как меня достать. Он же... Он ребенок. Да я все отдам. Все. Тачку, дом, бабки, бизнес. Ну скажите, куда это все нести? Куда мне это все нести, агенты? Куда? Веня, ты не хочешь пойти перекусить? А то я уже замучилась. Мне Германова с места похищения Максима почти 20 отпечатков пальцев прислал. Я хочу, но я не могу. Я жду, когда телефон Максима в сети появится. Боюсь прозевать. Да. А ты же говорил, что его сим-карта отключена. Ну, можно засечь и с отключенной сим-картой. У каждого смартфона есть свой уникальный код. Как только телефон появится в зоне Wi-Fi, мы его сразу увидим. Понятно. Так, телефон Максима только что засветился. А я не знал, что бродяги в соцсетях сидят. Попробуй взять моментяра. Ух ты, госсоточка. Блатная романтика. Пошли вон, собаки. Вот менты мы еще можем простить. А вот с собаками нас еще никто не называл. Тихо, тихо, тихо. Это вещи Макса. Давай быстро сюда сунь. Где мальчик? Он жив? Не знаю. Рюкзак нашел. Вещи себе взял. Пацана не видел. Телефон из кармана достань. Сережа, Сереж, зачем ты пил? Тебе же нельзя. А что мне еще делать? Что? Это не вернет Максима. А что вернет? Я не знаю. Я не знаю. Я уже задействовал всех. Всех. От знакомых в разведке до частых детективов. Все роют, копают, ищут. И ничего. И все говорят одно и то же. Если не было требования о выкупе, то все. Это все, Наташ. Шансов найти его почти нет. Живым найти. Сережа. Встань. Сережа. Достал уже! Будь мужиком! Наташ! Ты где это взяла? В почтовом ящике, а что? Быстро собирайся. Идем, пойдем. Ну что? Данные есть по записке? Что? Обыкновенная бумага, обыкновенный суперклей. Отпечатков нет. Ну зачем его тогда украли? Найдем мотив, найдем и мальчика. Так мотив, деньги, это понятно. Ну тогда похититель в письме указал сумму выкупа. Ну да, ты права. Да и вообще, почему нельзя было, не знаю, отправить email, смс, позвонить в конце концов? Взяли бумагу, наклеили какие-то буквы. Не знаю, школьная подделка. Что сказал? Я говорю, позвонить можно было или смс-ку отправить, в конце концов. Да нет, потом.
Школьная подделка? Ну да, школьная подделка. А мне кажется, я знаю, кто это сделал. Женька! Евгений, здравствуйте! Здрасте. Иди сюда. Привет, как ты? А? Нормально. А вы что, Макса нашли? Нет, мы на Макса еще не нашли, но очень надеемся, что ты нам в этом поможешь. Помнишь, ты сказал, любишь смотреть детектив? Ага. Сериал «Пес», помнишь? Ну, помню. Там был такой эпизод. Вымогатель прислал письмо, где буквы были вырезаны из газет. Ну, вот как здесь. В чем была его ошибка? Он использовал редкий клей? Точно. А наш вымогатель, он хитрее, умнее, поэтому он использовал клей, который можно достать где угодно. Суперклей. Судя по тому, как расклеены эти буквы, наш вымогатель торопился. Поэтому, вероятно, он пальцы испачкал этим суперклеем. А этот клей, он дня 2-3 не сходит. Евгений, покажи мне свои руки. Что, пытай водите? Ты же несовершеннолетний. Я тебя не то что пытать, я допрашивать тебя не имею права. Так что мы с тобой просто поговорим. По-мужски. Ты же мужчина? Мужчина. Ну, тогда поступай как мужчина и сознавайся, где Максим. Это он все придумал. Его постоянно мачеха гнобила за оценки и за то, что он постоянно играет в компьютер. Ну, достала она его. Он решил проучить своих родителей? Ага, а я должен был сказать, что он типа побежал за мячом, а сам оставил родакам записку, и мы начали делать все как по плану. И что же за план у вас был? У нас в конце улицы стоит заброшенный дом. Туда мы принесли еду, фонарик, одеяло. Ну, короче, чтобы перекантоваться, пока родаки за него там боятся. Только это он должен был... В следующий день вернулся. Еда и вода не тронуты. Помоги. Слушай, а может быть, он был не голодный? Здрасте. Дети в таком возрасте всегда хотят есть. Похоже, что Максим в убежище не появлялся. Слушай. От протектора. Здесь кто-то сильно газовал. Здесь, получается, кого-то волокли. Кто-то оставил кровь. Ты здесь не сильно натоптал? Я возле машины стоял, не отходил. Шеф. Пришли результаты ДНК по крови с места преступления. Это Андрей Юрьев. Ты уверен? Да. Я когда увидела результаты, сразу отправила запрос в лабораторию на повторный тест. Это 100% он. Ну вот, я ведь предупреждал прокурора, что маньяки – это не преступники, а психически больные люди. Их надо не сажать, их надо лечить. Ну, он ведь тогда только покушался на жизнь мальчика. Видимо, они решили, что 10 лет тюрьмы что-то исправят. Исправят. Горбатого могила исправит. Юрий сейчас находится на свободе по УДО. Нужно срочно отыскать его куратора. Родителям сообщите? Нет. До конца расследования мы ничего никому говорить не будем. Но они же имеют право знать. Я категорически против того, чтобы сообщать родителям. Не хватало нам, чтобы еще этот Троицкий устроил охоту на Юрьева. Все, иди, свободно. Это бред, ребята, бред. Юрьев находится у меня под колпаком. Он в первой группе идет. У него браслет на ноге. Еженедельная консультация с психиатром. Хорошо. Нам нужны данные с его браслета. Нет, ребятки.
Тут от вас нужна бумажка от генерального прокурора. А без бумажки сами знаете, кто вы. Вы что, не понимаете, что для этого нужно 3 дня? За это время ребенка могут убить, ясно? А вы не кричите на меня. А вы по-другому не понимаете. Прошу покинуть кабинет. Так, господа, давайте успокоимся. Я понимаю, что Юрьев – это ваша ответственность. И если он совершит преступление, естественно, у вас будут большие проблемы. На правой руке, на ладони, я заметил рисунок фломастером. Что это? Вот это? Это метка супергероя. Дочка нарисовала. Тогда вы должны понимать ужас родителей, у которых украли ребенка. Станьте для нас супергероем на 1 минуту. И дайте данные браслета Юрьева. Господи, за что? Это же маразм. Это бред. Ты почему такой нервный? У нас 21 век на дворе, а наши органы до сих пор на преступников радиомаячки вешают. Мне, чтобы в этом разобраться, надо 4 дня, не меньше. Да здесь все очень просто, на самом деле. Я когда-то радио интересовался. Смотри, вот эхо, вот частота, вот дата, время, снова эхо. Так, давай время, когда Максим пропал. Хорошо, записывай координаты. Так, 55, 45. 20, да, 99, N, большая N, так, 37. Я записал 37. Два раза, 37, 3, 63, E, латинская E. Ты издеваешься? Давай посмотрим. Так, это почти возле дома Троицких. Ты знаешь, Юрьев был там, когда мальчика похитили? А где он сейчас? Это все? Более точных координат нет? Скажи спасибо, что так. Вначале Черных сказал квадрат С4. Так, 1,75 м рост, русые волосы, легкое телосложение. Уважаемый. А вы не подскажете, где улица Тарасовская? Простите, клянусь, больше не буду пить пиво на улице. Вы где это взяли? Да нашел прикольную штуку, решил поносить. И вы думаете, что это украшение, да? Это специальная штука для отслеживания преступников. Я не знал. Дорогой, вам светит не штраф за распитие пива на улице, а срок 5 лет. Пошли. Стойте, стойте, там мне один хмырь попросил вместо него поносить. Вот как? Вот это? Дал 100 баксов. Сказал пару дней потаскать. Герман его звонил. Юрьева дома нет. Соседи не видели его со дня похищения Максима. Надеюсь, у тебя хорошие новости. Не особо. Система распознавания лиц его не засекла, но есть зацепочка по браслету. Смотри. Модель старая, но, как ни странно, самая защищенная от взлома. При попытке снять ремешок, браслет посылает сигнал прямо на центральную базу. Чтобы безопасно снять датчик, нужно, ну, очень непростое оборудование. Непростое оборудование. Я, кажется, знаю, кто нам может помочь. Есть. Секундочку. Алло, Лёшенька? Да, это Анжелика. Слушай, ты же умный, ты все знаешь. А скажи, пожалуйста, кто у нас в городе может снять браслетик УДО? Да нет, это не мне, это одному хорошему человеку.
Буквально на один вечер. Нет, не для свидания со мной. Угу, есть. Записываю. Ага. Спасибо большое. А нет, я сегодня не могу. И завтра не могу. А давай я тебе сама позвоню, давай. Хорошо, спасибо. Пока-пока. Да, я знаю. И нет, не все женщины такие. Нет, ты вот честно, что я сделал, а? Вот что я сделал. Доказательства. Давайте, выкладывайте прямо на стол. Снимать электронный браслет с преступника – это преступление. Ну, во-первых, у вас нет свидетелей. А во-вторых, первый раз об этом слышу. Значит так, Клопов. Вы нам сейчас все расскажете. Нет-нет, давайте мне тут свидетеля, который скажет, как видел, что я кому-то что-то снимал. Послушайте сюда, Клоп. У нас есть подозрение, что этот Юрьев похитил ребенка. И мы надеемся, что этот ребенок еще жив. Он сказал, что браслет ему поставили за то, что какому-то жлобу вломил. Черт. Так, спокойно. Мы его найдем. Как? Эта сволочь мне еще половину денег должна, а я поставил на его тачку свой маячок. И если уж я вам помогаю, то, может, мы забудем о ситуации со снятием браслета, а я обещаю, что не буду больше заниматься этим. Окей? К сожалению, этого мы вам обещать не можем. Так. Он прямо сейчас по адресу Семеновича 3. Все равно мне не поверите. А вы попробуйте. Чтобы понимали, вам терять уже нечего. Понимаете, я с девушкой познакомился. Серьезно все. Думал в кино сводить, в ресторан. Хотел хоть один день побыть нормальным человеком, понимаете? Вышел, значит, от Клопова, пошел к метро. Вижу, мужик какой-то пацана в машину тянет. Ну, я бросился, чтобы защитить. А он мне нос сломал и уехал. Ну что, описать этого мужика можете? Да нет, он в маске был. А машина внедорожник синий, без номеров. Марки не знаю. Ну, я так и думал. Почему вы не сообщили? А вы бы сообщили, если бы у вас был срок за попытку убийства, да еще со снятым браслетом этим, что само по себе уже преступление. Но если вы такой хороший, разве вас не волновало, что мальчика могли мучить, убить, в конце концов? Да не суди ты меня. Ты же понятия не имеешь, через что я прошел. Не имею, но уверен, что за дело. И если вы меня обманули, я позабочусь о том, чтобы вы получили пожизненное. Анжелика, сядь. Ну как так? Он наш главный подозреваемый. Анжелика. А я не понимаю. Сядь. Я ему поверю. Как вы могли ему поверить? Он был просто напуган. Вот и все. К тому же я обязан был его отпустить. У нас есть только материал, а вина ему не доказана. Ну, у нас же есть совпадение по ДНК.
Все материалы дела, а также результат анализа ДНК сейчас лежат на столе у прокурора. Единственная вина Юрьева в том, что он снял браслет. И мы должны были его отдать куратору по УДО. То есть, получается, он похитил ребенка, а задержали его за то, что он снял браслет. Но это же абсурд! Это не абсурд. Это закон. А мы представители чего? Закона. Закона. Строго слушай. Понял. Шеф. Но вы же можете отбить его у художников. Я же знаю, что можете. Да и что поздно. Юрьева только что стреляли. Так, друзья, у нас есть очень плохая съемка с камеры возле отделения. Игорь, попытайся вытянуть оттуда хоть что-нибудь. Там лицо, номер машины, что угодно. Коптаж. Вот, из клиники пришли фотографии пуль, которые извлекли из Юрьева. Ждать отчета баллистики 3 часа. Так. Я сама посмотрю по базе отстрела, так будет быстрее. Вот и чудненько. Я пока буду копать по соцсетям. Но кто-то же должен снять момент нападения. Как вы думаете, кто это сделал? А я не думаю. Я знаю. Все мы знаем. Но давайте, как говорит шеф, смотреть на факты. А что тут смотреть на факты? Троицкий требовал поговорить с Юрьевым. Угрожал, что расправится с ним. Ну, это всего лишь слова. Ребята, Троицкий, у которого приводы за драки и стрельбу, мы сейчас об одном и том же человеке говорим. Безусловно, но факты, ребят, факты. Ствола в базе нет. Да, мне тоже пусто. А у меня есть. Серый Porsche Carrera 70-го года. Номера четко видны. Угадайте, чей он? Ну, тут и угадывать нечего. У нас в городе один такой. Майору позвоните. Я позвоню. Что такое? Тихо. Вы арестованы по подозрению в убийстве Андрея Юрьева. Какое убийство? О чем вы? Мы опознали вашу машину. Глок 24. Такой же, как у меня. Полчаса, час назад из него стреляли. Именно из такого убили Юрьева. Ребята, я здесь был. Здесь пил я. С кем вы пили? Я не помню. Поехали, Глеб. Поехали. Послушайте, вы угрожали убить Юрьева. Ваша машина была на месте преступления, а у вас дома был обнаружен пистолет, из которого стреляли в Юрьева. Честно, этих улик вполне достаточно для того, чтобы вас посадить. Но так дело пойдет гораздо быстрее. Вы просто меньше отсидите в СИЗО. Я его не убивал. Что, вы думаете, что я вам враг? Нет. У меня тоже есть дети. Наверное, на вашем месте я бы точно так же поступил. Я просто хочу, чтобы вы сознались, это будет смягчающим обстоятельством на суде. Да, но я его не убивал. Да откуда вы знаете? Ну, вы же сами говорили, что переживали за Максима, напились и ничего не помните. Я уверен, я никого не убивал. Ладно, ладно. В соседней комнате меня ждет свидетель, который видел лицо убийцы. Я сейчас выйду, покажу ему вашу фотографию. Это последний шанс. Сознавайтесь. Ладно. Это ваше решение.
самый упертый или самый глупый человек в мире. При всем грузе улик он не сознается, ну? Я бы даже припугнул, что у нас якобы свидетель есть, который видел его. Все равно. А может быть, он действительно не стрелял в Юрьева? Я понял. Конечно. Все выгораживают папу пропавшего мальчика, один только Толстунов его терроризирует. Все ясно. Да подожди, не в этом дело. Игорь, успокойся. Я решила проверить его показания. Это бутылка из его дома. И тут есть интересная деталь. Видишь осадок? Это перемолотые абрикосовые косточки. Отличительная черта дорогих амаретто. Я заметила странный оттенок осадка. Решила его проверить. И потом посмотри, сколько ликера в бутылке. Ну, бутылка почти полная, ну и что? Вот. Что, Троицкий, что ли, опьянел от одной рюмки? Вот именно. Этого не может быть. Тем более, учитывая его вес и, так сказать, натренированную печень. И тут барабанная дробь. И, пожалуйста, тут мы имеем антагонист H1 гистаминовых рецепторов, группы этиноламинов с эмхолин-блокирующим действием. Проще простого. Чего? Снотворное, Игорь. Снотворное. Троицкого усыпили. Кто? Кто? Алексеич, Кабире удалось прижать адвоката Троицкого, и вот что он нам дал. Соглашение о передачах прав собственности. В случае недееспособности смерти Сергея Троицкого, право собственности переходит к его гражданской супруге Нагорной Наталье. Ну, что? Шеф, это она. Когда Троицкого посадят, весь его бизнес перейдет к ней. Ну, вообще, это нормальное состояние вещей, когда муж и жена наследуют права на бизнес друг друга. В данном случае дополнительное соглашение, так как Нагорная всего лишь гражданская жена Троицкого. Не вопрос. Тогда у меня есть другое доказательство. Я проверил банковские счета Натальи. Заметил, она периодически один и тот же номер телефона пополняет. А что? Это что, противозаконно? Это подозрительно. Она использует сим-карту, вставляя его в телефон, делает звонок и вынимает ее из телефона. Ну и что, я сам так делал, пока не купил аппарат на две симки. Да. Дело в том, что звонит она на один и тот же номер. Так что, судя по всему, Николай Алексеевич, это прелюбофон. Что? Я сам этот термин придумал. Там, на самом деле, другое, более ругательное название. Суть в том, что неверные супруги покупают отдельную сим-карту для звонков любовникам, проституткам, ну, чтобы свой основной номер не светить. Интересно. Как говорится, в любом деле ищите женщину. Или красивую, или жадную. Но в нашем случае и красивую, и жадную. Вот что, Вениамин, а ну, проверь-ка номер телефона, на который она звонила. Судя по данным Нагорной, звонили отсюда. Ну, хорошо. Здесь всего 100 с чем-то квартир, мои четные. Хорошо. Че, ребят, заблудились? Да я тоже в первый раз не сразу нашел. Вот этот подъезд, третий этаж. А, вы, наверное, нас с кем-то перепутали. Да ладно, я ж все понимаю. Чики-пики. На третьем? И что там? Ну, обыкновенный лав-отельчик. 4 комнаты, недорого. Скажите, а может быть, вы видели здесь эту девушку? А вы, собственно, кто? А мы, собственно, вот кто. Мне пора. Стоять. Подождите, подождите. Улыбнитесь. Я думаю, ваша жена будет очень рада узнать, что вы посещаете чики-пики. Ну что? Может быть, посмотрите еще раз? Да, видел. Она с мужиком таким приходила, но невысоким. Лица я не запомнил, со спины видел. Хорошо,
спасибо. Надеюсь, моя жена ни о чем не узнает. Не узнаю? Ну, если вы не будете больше сюда приходить. До свидания. Так, ну, пока я смог найти только одну фотографию мужчины, который был с Нагорной. К сожалению, фотка со старой камеры. Виден только край лица. Ну, ты сможешь прогнать по базе? Да я уже сделал, у нас аж 7 совпадений. Так, сначала уберем иногородних, теперь 6. Свидетель говорил, что любовник Нагорной невысокого роста. Вот, осталось 3 подозреваемых. Так, этот полгода в стране уже не был. Осталось 2. Вакуленко и Дуров. Ну, Вакуленко красивый, богатый, Дуров простой автобарыга. По-моему, очевидно, кого могла себе Нагорная в любовнике взять. И, по-моему, очевидно, и поверь мне, как женщине, это Алексей Дуров. Да? Ну, ладно. Так, ну, криминала с Дуровым нет. На него записан серебристый Passat, синий внедорожник Land Rover Freelander, белый фургон. Подожди. Синий внедорожник. Машину такого цвета Юрьев видел во время похищения Максима. Да? О как. Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. И вы не имеете права в нее лезть. Это если ваша личная жизнь и похищение Максима не связаны. Сейчас Дуров пропал, и если вы знаете, где он, расскажите нам, пожалуйста. Дуров – мелкий торговец машинами. Он не стал бы красть Максима. Он не Троицкий. Для такого поступка кишка тонка. Тем более, зачем ему это? Деньги. И где требования выкупа? Почему выкуп? Это ваши деньги. Бизнес Троицкого сейчас же ваш бизнес. Это бред. Я не верю в это. Вместо того, чтобы искать моего ребенка, вы копаетесь в грязном белье. Наталья, если вы знаете, где Дуров, скажите нам, пожалуйста. Не знаю я. Мы не общались уже несколько недель. Прошу вас, покиньте мою квартиру. С удовольствием. До свидания. До свидания. А где Веня? Пустил его поспать. Сутки на ногах. А сам вот, видишь, дежурю. Ищем машину Дурова по камерам наблюдения с момента пропажи Максима. Я вообще не понимаю. Мы тратим столько времени, чтобы спасти жизнь одному ребенку. Намного было бы легче, если бы при рождении каждому человеку вживляли чип. А как же личная свобода? А ты-то скажи родителям, чьих детей похитили. Подожди. Ты бы что, своему ребенку вживила чип? Легко. То есть твои нервы дороже его свободы? Не мои нервы, а безопасность ребенка. Ну, не знаю. Я вот, например, создал аккаунт в социальной сети, зафрендил дочь. Все, теперь я знаю, где она проводит время, с кем дружит. Ну, ты извини меня, не то же самое, что вживить чип. Конечно. Конечно. Есть видео. Звони Майорову, сейчас будет адрес. Он заезжает на заброшенный склад, это на Окружной. Дурова здесь нет. И не похоже, что здесь кого-то держали. Ребенок здесь. Так, тихо, 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 сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, Максим, сейчас. Замри. Что? Простейший размыкатель. Заклейка. Подожди. Нет. Провода заводятся на аккумулятор, а другой стороной в бензобак. И если разорвать фольгу, то машина взлетит на воздух. Так, потерпи 2 минуты. Мы сейчас. Сейчас, быстренько откроем.
Сейчас. Есть. Открывай. Есть. Молодец. Молодец, Тася. Осторожно. Аккуратно. Все. Ты как? А? Нормально. Молодец. Скажи мне, тебя этот человек украл? Я не знаю, он был в маске. Ты что, оглох или ослеп? Что случилось? Почему ругаемся? Дай проехать к моим воротам. А где тут написано, что это твои ворота? В документах. Ты что, борзый такой? Да я не борзый, дядя. Я просто здесь каждый день стою, тебя впервые вижу. Никому здесь не мешаю, а ты тут ушел. Что ты начинаешь? Я сюда каждый день езжу. Ты что? Я сегодня днем был. Вчера приезжал. А ну, отвали. Дядя, вон человек тебе подтвердит, что я здесь каждый день стою. Подтверждаю. Каждый день. Серьезно, это его место. Мужики, что вы начинаете? Дай мне проехать. Так, ты успокойся, ты не нервничай, главное. Вот ты иди, сказал. Вот ты иди, сказал. Успокойся, дядя, ты что? Вот ты иди. Жив? Ну, конечно. Шеф? Присаживайтесь. Ну что, ребятки, я тут доделал отчет, так что будут комментарии, прошу. 20 января прошлого года Наталья Нагорная заводит интрижку с неким Алексеем Дуровым. Ну и, помыкавшись какое-то время по лав-отелям, они решают прибрать к рукам бизнес мужа Натальи, Сергея Троицкого. Решают? Толстунов говорил, что на допросе Дуров сдал Наталью. В общем, похищение Максима – это ее идея. Ради того, чтобы сын остался жив, Троицкий должен был продать свой бизнес, а деньги отдать им. А в это время сын Троицкого, Максим, ну, в общем, устав от постоянных скандалов в семье, решил проучить своих родителей. И вместе со своим другом они имитируют похищение. То есть сам Максим спрячется, а его друг напишет записку. Максим отправляется в тайное место на ночь. А в это время по дороге его перехватывает Дуров и пытается затащить машину. Эту картину наблюдает Андрей Юрьев и заступается за мальчика. Дуров ранит Юрьева, а сам похищает мальчика. Юрьев боится, что его обвинят, и потому никому не рассказал об этом похищении. Но на месте похищения были обнаружены следы крови самого Юрьева, и его задерживают. Об этом сразу же становится известно Троицкому и его супруге Нагорной. Хотел вас, кстати, спросить, а как Троицкий узнал о Юрьеве, а? Ну, связей у него много. Видимо, кто-то информацию слил. Не думаю, что из наших, кто-то из людей куратора по УДО. Нагорная и Дуров решают убить Юрьева. Нагорная подмешивает снотворное, и когда Троицкий находится в отключке, Дуров крадет его Порш и стреляет в Юрьева, ну, во время того, как Юрьева конвоируют в отделение. А затем орудие убийства подбрасывает своему супругу. Ну, что тут еще? Отчеты экспертиз, стенограммы допросов, вроде все. Могу только добавить, отличная работа, агенты. На сегодня свободны. Приветик. Привет, зайка. Мы же на 12 договаривались. Ой, Настюш, столько дел. Прям не успеваю все в солярий заскочить, платье купить, туфли забрать. И на свадьбу свою опоздать? Не-не-не, на свадьбу нет, Настя. Слушай, я такая счастливая и такая голодная. И наглая. Лен, а ты чего такая красная? Я? Да нет, вроде бы как обычно.
солярий пересидела. Кстати, знаешь, кого я там встретила? Лен? А что это у тебя? Лен? Мамочки. Лен. Лен, Лен. Закончила? Можно забрать тело? Что могла, сделала. Дальше пусть капитан разбирается. Думаешь, ее отравили? Пирожное на анализ взяла. Все равно очень похоже на ожог. Откуда? Может быть, это аллергическая реакция. Например, синдром Лайла. В любом случае, нужно экспертизу делать. Добрый день. Добрый день. О, я так понимаю, что это отчет о вскрытии этой девушки, Елены Сотник, так странно умершей в кафе. Не умершей, а убитой. Причем весьма изощренным способом. Ну, рассказывай. В отчете все написано, можете прочесть. Видишь ли, Анжелика, я аудиал. Информацию лучше воспринимаю на слух, так что давай, начинай. Ну что ж. Причина смерти Елены Сотник – фитофотодерматит. 80% ее кожных покровов представляют собой сплошной солнечный ожог первой степени. А как такое может быть? А вы знаете, что такое борщевик Сосновского? Да я даже не знаю, кто такой Сосновский вообще. Я этого тоже не знаю. А вот борщевик – это растение семейства зонтичных. Внешне напоминает гигантский укроп. Ну, а как это вообще связано с солнечными ожогами? Напрямую. В его соке содержатся вещества, которые делают кожу крайне чувствительной к ультрафиолету. Настолько чувствительной, что можно получить ожоги такой степени? Если намазаться его соком и лечь позагорать под ультрафиолетовые лампы в солярии. Ты что-то нашла? На кожных покровах жертвы есть следы сока борщевика и масла для загара, а в сумочке флакон с маслом. Угадайте его состав. Ну, там, скорее всего, сок борщевика. 40%. Этот флакон – орудие убийства. Так, на флаконе отпечатки пальцев есть? Только Елены. Или преступник работал в перчатках, или тщательно все стер. Скорее всего, Кабирия должен еще раз поговорить с подругой Елены. Мы должны как можно больше узнать о ней. У нас появились доказательства, что смерть вашей подруги не случайность. Вы хотите сказать, что ее убили? Да. Поэтому я спрашиваю, были ли у нее враги? Или, может, были люди, которым было бы выгодно ее смерть? Я же вам говорила, что Лена собиралась замуж. Да. А, так вот, история Лены – это история Золушки. То есть, получается, семья Егора богатая? Его семья настолько же богата, насколько бедна семья Лены. Естественно, родители Егора были против этого брака. Да, отец хотел его женить на дочке своего делового партнера, Карине Глуховой. Даже угрожал лишить наследства. Но Егор уперся, он очень любил Лену. То есть вы хотите сказать, что отец Егора может быть причастен к смерти Елены? Нет, 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 ни в коем случае. Отец уже давно смирился. А вот Карина, она, оказалась давно сохла по Егору. Вот как? Она даже к Ленке приходила. И о чем был разговор? Карина деньги давала Лене, чтобы та исчезла. Но Лена, когда ее послала, она стала ей угрожать. Мол, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому.
Мы обязательно найдем убийцу вашей подруги. Здесь занято. Нам необходимо с вами поговорить. Как вы меня нашли? Я не говорил никому. Отследили по сигналу вашего телефона. Понятно. Нам действительно нужна ваша помощь. В чем? В расследовании убийства вашей невесты. Я знаю, кто это сделал. Карина, сука, убью! Тихо! Никто никуда не бежит. Мы сейчас сядем. Вы нам все по порядку расскажите. Если Карина виновна, мы это докажем. Ну что, итак, у нас есть подозреваемая. Что удалось собрать на нее? Глухова Карина, дочь Петра Глухова, бизнесмена. Бизнес отца был связан с бизнесом семьи Марченко. Причем настолько тесно, что семьи собирались породниться. Это фактически означало бы создание бизнес-империи, которую потом унаследовали бы дети, Егор и Карина. Причем, насколько можно судить из старой светской хроники, поначалу молодые, потенциальные, были не против. Они появлялись на светских раутах, посещали премьеры спектаклей. Газетчики их даже уже окрестили звездной парой. А затем Егор встретил Елену Сотник. Да, встретил случайно, влюбился. Я так понимаю, Карина чувствовала себя брошенной и преданной? Дело идет к свадьбе, а тут появляется наглая конкурентка и уводит принца вместе с белым конем. В этой ситуации желание Карины отомстить сопернице вполне логично. Она подмешала флакон с маслом для загара, сок растения, который вызывает сильные ожоги. Вот только интересно, было ли целью убивать Елену, или это непреднамеренное убийство? А вот этот вопрос, а также вопрос, как этот флакон попал в сумочку к Елене, для нас остаются открытыми. Тем более, что Карина Глухова до сих пор у нас проходит как подозреваемая. Ничего, мы поработаем над тем, чтобы она перешла в статус обвиняемой. Карина Петровна! Здравствуйте! А вы кто такие? Пожалуйста. Ясно. И что вам от меня нужно? Припарковалась неправильно? Мы расследуем дело об убийстве вашей знакомой Елены Сотник. Вот как. И чем я могу вам помочь? Мы, мягко говоря, с ней не общались. Нам известно, что вы не очень-то и любили ее, да? Да я ее ненавидела. Она чуть парня у меня не убила. Чуть? Ну да. Теперь, после того, как ее не стало, Егор будет моим. Рано или поздно. Ну, думаю, рано. То есть, можно полагать, что смерть Елены для вас выгодна, да? Ах, вот вы к чему клоните. Думаете, я убила Елену. А сказать вам правду? Конечно. А правда в том, что я опаздываю на тренировку. А вам счастливо оставаться. Ах, да. И впредь все общение только через моего адвоката. Что у тебя? Ноль. Я уж два раза посмотрел все записи за нужный период. Карина в солярии не была. Да, мы ищем иголку в стоге сена. Карина могла действовать не лично, а нанять кого-нибудь, а всех же не проверишь. Да, это точно. Слушай, нам нужно понять хотя бы, когда могла произойти подмена. Елена ходила в солярий ежедневно в 10 утра. Предпоследний сеанс прошел нормально, а получается, что масло могли подменить только после этого. Сутки. Такое количество времени просто невозможно проверить, ничего не упустив. Да, и оперативники тоже опросили всех, даже расписали путь Елены от дома до солярия. И пока получается, что Карина с Еленой нигде не пересекались. И, соответственно, она не могла положить в сумку Елены масло. Соответственно, не могла. Она могла действовать не лично, а нанять кого-нибудь, а это расширяет круг поиска до невозможного. Может, осмотр квартиры Елены даст какие-то результаты? Я, честно говоря, тоже на это надеюсь. На двери следы взлома.
Уверена? На 100% уверена. Работали в перчатках, отпечатков пальцев нет. Что-то украли? Знаешь, в принципе, ничего не украли, но странности есть. Так. На корешках книг нет пыли. Ну и что, может, Елена протерла? Понимаешь, на самой полке слой пыли. В общем, эти книги кто-то доставал, причем все. А когда хочешь читать, ты достаешь только одну или две книги, не все. Правильно? Обрати внимание на планшет. Видишь, на экране нет отпечатков. Это значит, что его тщательно вытерли и положили на место. Елена могла пользоваться. Попользовалась, вытерла и положила на место. В принципе, она могла. Но давайте сопоставим факты. Итак, на дверях следы взлома. Следов кражи нет. Кто-то доставал эти книги с полки, все причем, и потом обратно их положил. Вопрос. Зачем взламывать дверь, если не собираешься ничего красть? Ну, может, для того, чтобы добавить в масло для загара сок борщевика? Тот, кто взломал эти двери, он что-то искал в книгах. И в планшете тоже. Если тот, кто проник в квартиру, работал с планшетом, значит, он снял перчатки, иначе не сработал бы тачскрин. Следовательно, оставил пальчики. Оставил, потом вытер, так что... Так что задняя панель металлическая. Вы помните, о чем это говорит? Когда мы касаемся какой-либо поверхности, наши пальцы оставляют отпечаток пота и жира, в котором содержится большое количество соли. А соль имеет свойство разъедать металл. То есть ты хочешь сказать, что с металлической поверхности отпечатки полностью стереть нельзя? Да. На ней остаются микроскопические, невидимые глазу, повреждения. А ты можешь эти отпечатки проявлять? Да, это новый метод дактилоскопии. Если металлическую поверхность, например, планшета, посыпать специальным порошком и провести через нее ток высокого напряжения, то планшет прикажет долго жить. Ну, увы, это неизбежная потеря. И потом, Черных в нем ничего интересного не нашел, а я обнаружила два набора отпечатков. Угу. И первый, я так понимаю, принадлежит Елене. Да. А второй я проверила по нашей базе и нашла совпадение. Так. Якунин Станислав Юрьевич, 1981 года рождения, домушник со стажем. А в квартире что, что-то пропало? Оперативники нашли золото, немного денег. Говорят, вроде бы все на месте, но в квартире явно что-то искали. И что же, если золото и деньги на месте? Информацию. Не зря же он в ее планшете копался. Какую такую информацию? А вот это нужно будет спросить у самого гражданина Якунина. А заодно спросить, не знаком ли он с Кариной Глуховой. И спросить, не просила ли Глухова покопаться в сумочке Елены и добавить кое-что во флакон с маслом для загара. Я так понимаю, что разговор с Якуниным откладывать не стоит. Привет. Стоять! Якунин, тебя взяли с поличным, так что сейчас поговорим. Следили за мной, да? Или сдал кто? Это профессиональная тайна, и потом вопросы задаю здесь я. Ну, давай. Девушка знакома?
Я так и знал, что из-за этой козы вляпаюсь. Зато бабки больше обещала. Ну, как говорится, жадность фраера. Что вас связывает с Кариной Глуховой? С кем? Так она сказала, что ее Света зовут. Ладно. Что Света хотела от вас? Света, это Карина, попросила, чтобы я влез в дом к ее подруге. Когда именно? Да в понедельник. Она сказала, что дома точно никого не будет. Угу. А почему именно вы должны были проникнуть в эту квартиру? Ну, там, напакостить немножко. Да и этот, компромат найти. Компромат. Ну и какой компромат? Ну, там фото, видео разное, где она с другими парнями. Ну, чтобы доказать, что она изменяет своему жениху. А теперь скажите по поводу напакостить. Что вы там собирались делать? Детский сад какой-то. В шампунь вылить какую-то жидкость какую-то с флакончика. Так вы уверены, что в шампунь, а не в масло для загара? Не, в шампунь. Про масло не говорила ничего. Послушайте, какой борщевик? Я даже не знаю, что это такое. Я никого не убивала. Что за вещество вы просили добавить в шампунь Елене? Средство для удаления волос. Зачем? Хотела испортить ей свадьбу. И не надо так на меня смотреть, Егор мой. Послушайте, Карина, пузырек сейчас находится в лаборатории у эксперта. И если вы мне сказали неправду... Я не убивала Елену. Это все, что я вам могу сказать. И скажите спасибо, что я вообще согласилась с вами разговаривать без адвоката. Кстати, он уже в пути. Так что долго я здесь не задержусь. Вы не задержитесь здесь только в одном случае. Если сказали мне правду. В любом другом случае вам не поможет даже сотня адвокатов. В шампуне, найденном в квартире Елены, действительно было средство для депиляции. Ах, значит, Карина не виновата. Почему ты так думаешь? Потому что она подлила в шампунь средство для депиляции. И сделала это накануне убийства. И что? А то, что никто не будет делать мелкую пакость человеку, которого решил убить. Это просто бессмысленно. Да. К тому же она приказала искать компромат на Лену. А зачем ей это нужно, если она решила убрать конкурентку более радикальным путем? Все верно. К тому же у нее просто не было возможности подлить сок борщевика в масло для загара. Это мог сделать только Якунин. И то, когда находился в квартире у Елены. Почему? Потому что в остальное время и у Карины, и у Якунина есть алиби. Я проверял. А кому была выгодна еще смерть Елены? Отцу Карины. И отцу Егора. Вот. Вот именно. Я считаю, что именно этим двум персонажам надо и уделить первоочередное внимание. Знаешь, я прочитал кучу информации об этом Глухове. У меня сложилось впечатление, что он в последнее время не очень-то и хотел союза с семьей Марченко. Ну, я даже знаю почему. Я, насколько понял, изучая бизнес отца Егора, он балансирует на грани разорения. Что? Не буду вдаваться в подробности, но несколько рискованных кредитов плюс бездарная инвестиционная политика Владимира Марченко привела его к тому, что он со дня на день себя объявит банкротом. Так, ты скажи мне только одно. Женитьба его сына на дочери бизнес-партнера может спасти его от банкротства? Ну, теоретически, да. А вот тебе мотив. А еще я проверил местонахождение телефона Владимира Марченко за последние дни. За день до убийства он связывался с вышкой, которая находится в 150 метрах от дома Елены. То есть ты хочешь сказать, что он у нее был? Очень может быть. И значит, вполне мог добавить сок в масло для загара. Да. Действительно мог. Это ложь. Наглая ложь, направленная на то, чтобы дискредитировать мою компанию. Вас наняли мои конкуренты, признайтесь. Владимир Алексеевич, нас невозможно нанять. Любого можно нанять. Это только вопрос цены. Мне очень жаль, если вы такого мнения о людях. Давайте оставим мое мнение мне. Вы пришли сюда узнать, не банкрот ли я. Я вам ответил, что это ложная информация. Что еще вам угодно? Женитьба вашего сына на Елене Сотник. Как вы к этому относились? Я пытался его отговорить.
Насколько настойчивы были ваши попытки? Я на него не давил, если вы об этом. Пару-тройку раз поднимал эту тему, потом прекратил. В конце концов, это его жизнь. А тогда почему вы приехали к Елене накануне ее смерти? Я? Да, вы. Я к ней не приходил. С чего вы взяли? Меня кто-то видел. Ваш телефон был недалеко. Находиться вблизи и приходить к Елене – это разные вещи. Надеюсь, вы это понимаете. Понимаю. Я очень рад за вас. Что-нибудь еще? Нет, в принципе, я достаточно услышал. Тогда не смею вас больше задерживать и надеюсь, что вы наконец-то оставите нашу семью в покое. Это расследование уже в прошлом. К сожалению, вы ошибаетесь. Это только начало. Егор приехал поговорить с папой. Судя по лицу, разговор будет не из самых приятных. Ладно, поехали. Погоди. Что? Слушай, что-то я увидел такое в его лице. Мне это очень не понравилось. Владимир? Нет, Егора. Что это, что-то? Боль. Решимость. Слушай, пойдем-ка за ним. У меня плохое предчувствие. Я же сказал, меня ни для кого нет. Егор? Что случилось? Я нашел это в твоем столе. Что это? Тебе лучше знать. Убийца. Мой отец жив? Да, и скоро будет здоров. Рана не опасна для жизни. Жаль. Я все равно до него доберусь. Убийца заслуживает смерти. Вы называете отца убийцей, основываясь на этом? Да, это ж тот самый сок борщевика. Но где вы его нашли? Я, в общем, пил много после всего этого. Знал, что у отца в кабинете всегда что-то есть. Пузырек я нашел у него в столе в ящике, завернутый в газету. А как поняли, что там внутри? Капнул себе на руку и постоял у окна под солнцем. Отец все время пилил меня, чтобы я бросил Лену. Потом успокоился, я подумал, смирился. Он решил убить ее, гад. Здравствуйте. Это вы? Спасибо, что вы спасли мою жизнь. Чем я вас могу отблагодарить? Ответьте на наши вопросы и скажите правду. Хорошо, спрашивайте. Откуда у вас в столе взялся флакон с соком борщевика? Не знаю. Я не собирался убивать невесту своего сына. Но вы же были против их брака. Да, я пытался отговорить Егора. Когда не получилось, я хотел купить Елену. Приехал вечером перед убийством. Привез целый чемодан денег, чтобы она взяла и исчезла. И что? Она прогнала меня, и я принял решение. Что это было за решение? Я не думал, что Егор способен на такие сильные чувства. Раньше он был обычным бабником, цеплялся ко всему, что движется, даже цеплялся к нашей горничной Ольге. Но с Еленой у него все оказалось иначе. Подумал. Пусть живут. Что, простите? Я решил дать им свое благословение. Рассказал о своем решении Елене. Она была очень рада. Егору мы решили сказать прямо перед свадьбой. Это было как сюрприз. Потом я поехал к Петру и отменил наш уговор по поводу женитьбы детей. Но ведь без денег Глухова вы бы были банкротом, ведь так?
Нет, я привлек в компанию очень серьезного инвестора. Но вы же понимаете, что это будет легко проверить. У меня не было мотивов убивать невесту моего сына. Я прошу, расскажите об этом моему сыну. Что показала экспертиза пузырька соком? На нем обнаружен только один набор отпечатков. Принадлежит Егору Марченко. Я так полагаю, он оставил свои отпечатки, когда доставал пузырек из ящика стола. А вот тот, кто положил пузырек в ящик, тот свои отпечатки тщательно вытер. Это не Владимир. Зачем ему вытирать отпечатки с пузырька, а потом класть его себе в стол? Если бы он боялся разоблачения, он бы просто выбросил пузырек и все. Поддерживаю. Удалось поговорить с Петром Глуховым? Да. Он подтвердил, Владимир к нему приходил, уговор о свадьбе отменил, и, кстати, информация об инвесторе тоже подтвердилась. Ну что, косвенные улики говорят о том, что Владимир к убийству не причастен. Я, кажется, нашел прямое доказательство. Вот, Елена подписала фото девчонки. Кто любит загорать, рекомендую это масло. Беру уже второй флакон, потому что первый закончился. Это что, тот самый флакон? Когда посмотреть. Да, номер партии совпадает, и верхний левый угол этикетки надорван. Это тот флакон. А теперь обратите внимание на время. Фотография сделана и выложена утром в день убийства, а точнее в 10:32. Так что получается, что Елена купила масло уже после того, как к ней приходил Владимир? Владимир не убийца. Нам нужно искать того, кто подбросил в ящик его письменного стола пузырек с соком. Что приходил Егор, извинялся, апельсин он принес. Я так понимаю, заявление на своего сына вы подавать не будете? Нет, конечно. Я понимаю его состояние. Владимир Алексеевич, как вы думаете, кто мог подложить флакон с соком борщевика в ваш письменный стол? Ни малейшего представления. Хорошо, тогда скажем по-другому. У кого была такая возможность, как вы думаете? У меня, у Егора. Ну и, конечно, нашей горничной, Ольги. Больше никого в доме не было. Когда вы последний раз проверяли шкафчик вашего письменного стола? 24 января вечером. Я тогда потерял печать. Я перевернул полностью весь свой письменный стол. Никакого пузырька там не было. Во сколько это было? Около 8. А ваш сын флакон нашел 25 января в 11:46. Ольга была дома с 8 вечера 24 января до 11:46 24 января? Да нет, она ушла сразу же вечером после ужина, потому что у нее мать заболела, живет в пригороде, и отпросилась. Погодите. А вы что-то вспомнили? 25 января утром к нам должен был прийти мастер. Чинить интернет. Я уходил рано утром. Просил Егора проконтролировать. Владимир Алексеевич, вам пора на процедуру. Да-да. Проверьте, пожалуйста, этого мастера. Может быть, его кто-то подкупил? Не волнуйтесь. Мы во всем разберемся. Вот наш предполагаемый злоумышленник. Зовут Виталий Рогозин. Работает мастером компании, которая предоставляет интернет в дом Владимира Марченко. Но помимо этого... Его еще что-то связывает с Владимиром, Егором или убитой Еленой? Нет, такой связи пока не обнаружили, но я отправил к нему оперативников, думаю, что-нибудь прояснится. Хорошо. А кроме интернет-мастера, кто-то мог еще подложить флакон? Допустим, горничная? Ну, Ольга Герасимова работает в этом доме давно. Честно говоря, получает хорошую зарплату, не знаю, зачем ей это. Мало того, дома ее не было в тот момент, когда флакон мог попасть в стол. Владимир утверждает, что она поехала навестить больную мать. Ну что, проверили? Да, мать утверждает, что Ольга приехала к ней 24 вечером около 8 часов и пробыла там до полудня 25 числа. Что дает ей 100% алиби? Ну, если, конечно, мать не выгораживает свою дочь. Остается только Егор, но я, если честно, подозревал бы его в самую последнюю очередь. Да-да. Хорошо. Посмотрим, что даст проверка этого интернет-мастера Виталия. Все, работаем. Кто?
Водоканал, проверка счетчиков. Откройте, пожалуйста, двери. А у меня не установлены. Как это не установлены? У меня тут под документом указано, что у вас установлены счетчики. Откройте, пожалуйста, если вы их самовольно не сняли, конечно. Я должен их проверить. Ну хорошо, только я не одет. Подождите минутку. Хорошо, мы ждем. Он меня видел. Откройте, пожалуйста, двери. Так, пойдем через улицу. Он рад ли удастся завести здесь свечи зажигания? Проходите. Побеседуем. Все эти вещи были обнаружены в вашей квартире при обыске. Но они мои. Я их купил, чтобы девушке подарить. Во-первых, они все разного размера. Во-вторых, у вас нет никакой девушки. Ну а в-третьих, женщины из квартир, которые вы посещали в качестве интернет-мастера, опознали эти вещи как свои. Они мне сами их давали, а отрицают, потому что боятся мужей. Опять ложь. Вы, Рогозин, вор и фетишист. Да, мне это нравится. Это преступление. Но вы можете меня судить за то, что я украл пару ношенных чулок. Это само собой. Мне только непонятно, что толкнуло вас на убийство. Что? Какое убийство? Я никого не убивал. Ну или на соучастие в убийстве. Да о чем вы в конце концов? Я ничего не понимаю. 25 числа вы были на вызове по адресу переулок Снежный, 8. Да, там у роутера прошивка слетела. Но я ничего оттуда и не крал, там той женщины не было. А я не сказал, что вы что-то украли. Наоборот, могли кое-что подложить в ящик письменного стола. Что? Вот этот пузырек. Кто вам его дал? Никто. Я этот пузырек вижу в первый раз. И ничего ни в какой письменный стол я не клал. Послушайте, Рогозин, при помощи содержимого этого пузырька убили молодую девушку. Поэтому я прошу вас еще раз внимательно посмотреть, подумать и ответить мне. Вам знаком этот пузырек? Я его вижу в первый раз. Глухо, как в танке. Что, Рогозин отрицает свою связь с убийством? Хотите мое мнение? Ну? Рогозин действительно никогда не видел этот флакон, и уж тем более не подбрасывал его в стол Марченко. Кабирия. Да, Роберт, слушай. Я только что из офиса, где работает Рогозин. Тут у меня 5 свидетелей, которые утверждают, что все время с момента покупки Еленой масла для загара и до момента ее смерти Рогозин был в офисе и никуда не выходил. Ну что, спасибо, Роберт. Информацию принял. Отбой. Предчувствия тебя не обманули. Никакой связи между Рогозиным и Еленой нет. Так, ну и кто же из подозреваемых у нас остался? У нас остался только один. Егор Марченко. Итак, Егор, мастер, который приходил к вам домой чинить интернет, он не причастен к убийству вашей невесты. Но кто же тогда? Ведь кроме него в доме никого не было. Только я. Так вы считаете, что это я сделал? Ну это же абсурд. Зачем мне убивать Лену? Вы, наверное, с ума сошли. Понимаете, мы обязаны проверить любую версию. Даже самую абсурдную. Бред. Просто бред. Хорошо, бред. Но вы ответьте, пожалуйста. 24 января утром с 10:30 до 12. Где вы были? Где находились? Где я находился? Я проснулся, позавтракал. Собирался ехать на примерку свадебного костюма. Но позвонила Настя. Сказала, что Лены не стало. И кто это может подтвердить? Отца к тому моменту уже не было. Но Оля была дома. Оль, скажи. Егор Владимирович в тот день проснулся около 9:30. Затем позавтракал, оделся и куда-то ушел. Что?
Что ты говоришь такое? Я говорю правду. Это было примерно в половине 11-го. Да, и около часа или полтора его не было. И в районе 12 он уже вернулся Оля, домой. Оля, что ты несешь? Я правду говорю. Зачем ты это говоришь? Итак, Егор, вы поедете с нами. А вы, Ольга, дадите нам письменное показание. Надеюсь, вы осознаете серьезность дачи ложных показаний. Осознаю и от слов своих не отказываюсь. Это ж тварь! Зачем? Оля, зачем? Присаживайтесь, Ольга. Егор, вот показания вашей горничной, Ольги Герасимовой, согласно которым вы отсутствовали дома в то время, когда злоумышленник мог подмешать сок борщевика в масло для загара. Знакомьтесь. Что тут ознакомливаться? Она лжет. Я был дома. А вот ее, кстати, не видел. Ну, а какие у нее мотивы лгать и подставлять вас? Мы были близки одно время. Как раз перед встречей с Леной. И что, плохо расстались? Со скандалом. Она не хотела меня отпускать. Врала, что беременна. И угрожала, что Лене все расскажет. Я рассказала. Я сам рассказал. Лена поняла меня и не стала осуждать. А когда Ольга пришла к ней... Это Ольга убила ее. Она мстит нам за наше счастье. Так ведь ее не было дома, когда вашему отцу могли подбросить пузырек с соком. Я не знаю, как она это сделала. Но это она, поверьте мне. Я любил Лену, я не убивал ее. Я готов был жизнь за нее отдать, вы верите мне? Я любил ее и не подбрасывал этот пузырек отцу. Я просто увидел его завернутым в газету в ящике. Я не убивал ее. Тяжелый день? А, да. Он всегда тяжелый, когда я чувствую, что могу посадить невиновного. Ты о Егоре Марченко? Да, ты понимаешь, чувствую, что он не виноват. Да и у горничной хватало мотивов не любить Егора и Елену. Но у нас нет никаких доказательств. Если бы на пузырьке были отпечатки, но преступник их тщательно стер. А на газете? Разве там ничего не было? Или преступник был в перчатках? На какой газете? Егор сказал, что флакон был в газете. Он достал сверток, развернул и бросил газету. Черт. Ну, где теперь может быть эта газета? Обычно в кабинете. Для этого есть корзина для бумаг. Точно. Ольга! А, это вы? Здравствуйте. Вы куда-то собрались? Да, отдохнуть. А что, работы все равно нет. Владимир Алексеевич в больнице, Егор у вас. Кстати, как он там? Во всем сознался? Вы знаете, ему не в чем сознаваться. Оказывается, Егор не виноват. Ну что ж, я рада за него. А сейчас, извините, я спешу, у меня самолет через час. Погодите, Ольга. Дело в том, что мы нашли человека, который виноват в смерти Елены. Да, и кто это? Это вы, Ольга. Ну, конечно. Не получилось с Егором, теперь валите все на меня, да? У вас не получится. Я сейчас позвоню своему адвокату. У вас ничего не выйдет. Даже не надейтесь. Дело в том, что все уже вышло, Ольга. Знаете, что вас выдало? Вы не знали, что отпечатки остаются и на газетах. А их очень легко снять. Я не понимаю, о чем вы говорите. Если бы вы знали, как часто нам приходится слышать эту фразу. Вы арестованы. Из-за вас я опоздала на самолет. Сейчас приедет мой адвокат, и у вас начнутся проблемы. Ну, пока он не приехал, может быть, мы успеем поговорить. Ведь вам уже интересно, почему вы здесь. Давайте начнем с самого начала. Не так давно вы летали на отдых в Турцию, после чего выложили большое количество фотографий в своей социальной сети. Одна из этих фотографий – это фото на фоне гигантского борщевика. Ну и что? Там еще 100 человек сфотографировалось.
Да, но никто из них после этого через два дня не обращался с ожогом к врачам отеля. С ожогом, да-да, вот именно этой руки. Мы созвонились с врачом отеля, и он подтвердил, что осматривал вас, и ожог действительно был вызван соком борщевика. Да я случайно, я просто хотела веточку на память сорвать. Нет. Вы собрали сок борщевика в пузырек, провезли его через границу, а потом записались в солярий на одно время с Еленой Сотник. Что вы выдумываете? По фотографиям вас опознал персонал. Вот их письменные показания. После этого вы добавили сок борщевика в масло для загара из сумочки Елены. А когда девушка умерла, решили подставить Владимира Марченко и подбросили этот пузырек к нему в стол. Это была ваша первая роковая ошибка. Когда Егор обнаружил этот пузырек, он был завернут в газету. Егор развернул сверток и бросил упаковку в мусорное ведро. Об этом он мне рассказал случайно при нашей беседе. И я подумал, что это могла бы быть очень неплохая улика. Знаете, не ошибся. На газете мы действительно обнаружили ваши отпечатки пальцев. Ну и что? Я приношу газеты для Владимира Алексеевича. В доме на всех газетах есть мои отпечатки пальцев. Дело в том, что эта газета не из дома Марченко. Эту газету выписывает ваша мама. Вы взяли ее у нее дома. И, как понимаете, в этой газете не хватает вот этой страницы. Это все чушь. Меня не было в доме Марченко, когда ему подложили этот пузырек. Я была у мамы. Да, были у мамы. Ровно до того момента, пока она не уснула. А потом вы уехали к Марченко, подбросили пузырек и снова вернулись к матери. Это все ваши фантазии. Ошибаетесь. Ведь вы же вызывали такси от дома матери к дому Марченко. Поверьте, нам не составило труда выяснить, в какую именно службу был совершен звонок из вашего телефона и куда вы ехали. Ну так что, ждем адвоката? Или, может быть, все-таки... напишите чистосердечное признание. Вот чистосердечное признание. Молодец. Замечательная работа, Игорь. Так что, в несчастливой истории про Золушку можно ставить точку? Историю о двух Золушках. Ведь Ольга же тоже претендовала на эту роль. Ну да. А затем Егор выбрал Елену. Да, Владимир ее чуть не уволил, когда узнал, что она спала с его сыном. И именно поэтому Ольга хотела повесить на него убийство Елены? Да, это что-то вроде мести. К тому же она четко понимала, что если устранит Елену и Владимира, то совершенно спокойно может женить на себе Егора. И если бы не желание отомстить Владимиру, и не ошибка с газетой, мы могли бы никогда не узнать правду об этом убийстве. Тогда почему Ольга лжесвидетельствовала против Егора, если она хотела на себе его женить и любила его? Видишь ли, такие люди, как Ольга, любят только одного человека в жизни. Самого себя. Да. Когда она узнала, что мы оправдали Владимира, она понимала, что мы не успокоимся, пока не найдем виновного. И потому решила подыскать нам нового подозреваемого. Знаете, как бы это банально ни звучало, но правда снова восторжествовала. И я не протестую против таких банальностей. Ну а теперь что? За работу. День только в самом разгаре. Так что работаем.